Друзья, всем привет! Мы начинаем серию программ знакомств с международной косметической компанией «Орифлейм». В этом году «Орифлейм» исполняется 55 лет. Но мы не просто здесь находимся. На протяжении 10 лет мы вместе проводим социальный и спортивный проект. И мы пришли поздравить их с юбилеем. Привет, Полихан. Рада тебя видеть в нашем офисе. Привет, Агирим. Я прям рад здесь находиться. И в такой день, 55 лет, «Орифлейму» поздравляю с юбилеем. Спасибо огромное. Давай сегодня я покажу тебе наш офис и познакомлю с нашей продукцией «Wellness». С удовольствием. Прям сразу на входе в ваш офис исторические моменты. Мы специально сделали брендинг, подготовили к 5-летнему юбилею. И, наверное, вот здесь, на этой карте, ты видишь основные значимые цифры, проекты, которые были в компании «Орифлейм». За этот период времени, за 55 лет, миллионы людей просто изменили свою жизнь и исполнили свои мечты с компанией «Орифлейм». Ну и, наверное, скоро здесь появится стикер «Орифлейм Казахстан», да, основные события. Ну, например, «Орифлейм Алматы Марафон». Ну что, Валихан, давай я покажу тебе, кто у нас работает на первом этаже, кто чем занимается, а в наших следующих передачах мы расскажем о сотрудниках, которые работают на втором этаже. Давай. Начнем с нашего колл-центра, Валихан. Здесь сидят наши коллеги, девочки, которые отвечают на звонки, вопросы, ответы, которые поступают от наших консультантов для всего Казахстана. Казахстана на локальном языке. Это вот миллионы звонков со всего Казахстана, они вот консолидированы вот здесь, в этом колл-центре. Да, чтобы наши консультанты получали достоверную, правильную информацию от наших коллег. Сейчас хочу показать тебе сердце нашего офиса. Это отдел продаж. Именно благодаря вот этой команде таких вот молодых, хрупких девушек, наши партнеры строят свой бизнес. И благодаря им, во многом благодаря им, на самом деле, партнеры достигают просто невероятных высот компании «Орифлейм». Здесь прям вот вся комната наполнена энергетикой. Да, ты чувствуешь, да? Я прям ощущаю. Хочется что-то продать. И кому-то что-то продать. Ну вот, если ты захочешь строить свой бизнес в компании «Орифлейм», welcome, наши коллеги помогут тебе в этом. Девочки, возьмете меня в команду? Да. Конкуренции не боитесь? Нет. А зря. Грим, 55 лет – это большой жизненный цикл не только для компании, а в принципе для мировой истории. И вот мне прям интересно, сколько продуктов, сколько наименований в ассортименте, в портфеле «Орифлейма»? Более 1000 наименований продуктов, и, соответственно, абсолютно каждый сможет для себя найти то, что он хочет. Это, конечно же, наша фокусная категория «Wellness», о которой мы сегодня будем с тобой говорить. Это категория «Novage» – это уход за кожей и лица. Конечно же, декоративная косметика, ароматы – это самые основные наши такие флагманы, которые есть в портфолио компании «Орифлейм». Что отличает нас от других компаний, что у нас есть продукты как для детей, как отдельно для мужчин, так и для женщин. Для меня, как для фитнес-тренера, как для спортсмена и как для организатора спортивных мероприятий, было большим праздником, когда «Орифлейм» начал выпускать направление wellness. Этой категории уже больше 10 лет. Это и коктейли, это и батончики, это и питательные коктейли для контроля веса, витамины, детская серия. Сказать, что с помощью употребления этих коктейлей ты накачаешь себе мышечную массу, нет. Это источник белка. Ну и с помощью обычного протеина тоже не накачаешь мышечную массу. Но я вижу здесь два вида коктейлей. Вот чем они отличаются и для чего они нужны? Вот этот питательный коктейль, он появился у нас в прошлом году, это новинка. И это на самом деле полноценная замена еды. Это 20 грамм белка и всего лишь 200 калорий. Если мы говорим про коктейли Natural Balance, то это не маркетинговый продукт. Это коктейли как перекус. Из того, чтобы съесть какой-нибудь быстренькие углеводы, там, в виде шоколадки, печеньки и так далее, лучше выпить коктейль, который разбавляется на воде, 60 калорий, 3 вида вкусов, и, соответственно, ты получаешь такой полезный перекус. Гипоаллергенные, абсолютно без ГМО, без консервантов, только натуральные ингредиенты, 3 вида белка, медленные углеводы, клетчатка, это все, что нужно. Или я вот вижу, что даже питательный коктейль, он веганский. Для тех людей, которые предпочитают веганский стиль жизни, у нас есть 2 вида супа, это 100 калорий, это спаржевый томатный суп, и это тоже очень хороший горячий перекус. И я специально сегодня приготовила для тебя коктейль, чтобы ты мог попробовать. Это ванильный вкус. Да, я и не успел сегодня как раз позавтракать даже, ну вот, и пообедать. Очень вкусно. Данный коктейль я рассматривала именно в качестве перекуса. И вот если вдруг ты не успел позавтракать, или у тебя нет времени пообедать или поужинать, это отличный вариант. Ну или я как вот спортсмен хочу сказать, что закрыть углеводное окно после сильной тренировки в тренажерном зале или пробежки – идеальный вариант. Либо батончики, которые у нас есть.
идеальное, наверное, сочетание и вкусовых рецепторов. Вот я прям чувствую, что мои вкусовые рецепторы прям почувствовали этот продукт. И полезности навевает на следующий вопрос. Кто это все придумывает, кто это все разрабатывает, как проходит этот процесс? Спасибо за такой вопрос. На самом деле мы гордимся тем, что это собственные разработки компании Oriflame, кроме двух продуктов, это коктейли Natural Balance и протеинового комплекса. У нас есть свой научный центр в Дублине, где работает более 100 ученых, которые занимаются разработкой, поиском ингредиентов, упаковкой. Только представь, там работают технологи, биохимики, химики, нутрициологи, диетологи. Это огромная команда, которая разрабатывает наши продукты, продукты компании Oriflame. И это наша гордость. Хочу добавить, что у нас есть в Стокгольме свой маркетинговый отдел, который занимается как раз-таки уже созданием тренингов для того, чтобы обучать наших партнеров, как правильно говорить и рассказывать, и, соответственно, знать состав всех наших продуктов. Это огромная работа, и это гордость компании Oriflame. Агрим, ну для меня, как для отца четверых детей, причем разного возраста, разного пола, и этапы становления у них у всех по-разному, помимо того, что характер еще разный, для меня большим подарком было вот детское направление в Oriflame. И я рад, что шведское качество будет теперь и в детском направлении. Мне тоже, на самом деле, эта тема близка, потому что я мама троих детей. Детское питание, готова говорить, на самом деле, очень много. Мне нравится эта тема. Я тоже, как мама, несу ответственность за здоровье своего ребенка. Я недавно читала статистику, что современные дети проводят на улице всего лишь 30 минут. Если сравнить с нашим детством, да, когда мы проводили по несколько часов, и, соответственно, сейчас это огромная разница. Плюс, если посмотреть на тот состав продуктов, на те продукты, которые представлены в магазинах, и то, что на самом деле едят наши дети, ну, не всегда это качественная и полезная пища. 400-500 грамм овощей в день наши дети не едят. 3 раза в неделю кушать рыбу, ну, это тоже, конечно же, редко где бывает. А восполнить дефицит, пожалуйста, для этого есть 2 продукта, которые представлены в нашем портфолио. Это мультивитаминный комплекс для детей от 3 лет и жидкая омега-3. Это как раз-таки то, что нужно нашим детям, чтобы восполнить проблемы в питании. Жизнь сейчас такая, требует от нас максимальной полноценной работоспособности. Мы должны быть вовлечены в каждый отрезок нашей жизни, будто это семейный быт, будто это работа или какая-то общественная деятельность. И понятно, что при всем при этом нам не хватает каких-то питательных веществ. И я всегда говорил, что в любом возрасте, в любой промежуток времени нужны биологически активные добавки. Ребенку, чтобы сформироваться, взрослому человеку, чтобы как раз быть функционально на 100%. Хочу здесь тоже добавить, мне очень хочется, чтобы все казахстанцы особо обратили внимание на свое здоровье. Привить правильные привычки, научиться правильно питаться, принимать пищевые добавки. И, наверное, wellness об этом. К счастью, сейчас есть все возможности для того, чтобы употреблять пищевые добавки высокого качества. И компания Oriflame просто дарит для всех вот эту вот возможность использовать на ежедневной основе те продукты, которые необходимы нам для полноценной жизни. Я рад, что Oriflame сделал вот такое направление. Я думаю, что цикл наших передач, я имею в виду wellness направление, и цикл наших передач как раз будет еще больше рассказывать о том, какие питательные добавки нужно нам принимать. Ты правильно сказал, это целый цикл передач о компании Oriflame и не только, поэтому до встречи. До встречи. Занимайтесь спортом, правильно питайтесь, будьте с нами. Привет, Агирим. Рада тебя видеть в нашем офисе. Поздравляю с юбилеем. 55 лет – это огромная, большая историческая дата. Спасибо огромное. А где подарок?